Чувашия должна сохранить статус региона, где выращивают самый качественный картофель. Об этом и многом другом говорили сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии. Сев яровых, зерновых и зернобобовых культур подходит к концу. План выполнен на 97%. Немного подвела погода. Следует отметить значительное увеличение площади сева зернобобовых культур на 4,2 тысяч гектаров больше уровня прошлого года. В 10 муниципальных образованиях сегодня выполнены плановые показатели сева. Однако в этом году в республике ожидается снижение посевных площадей картофеля, а это недопустимо, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Наши сейчас уходят с рынка сельхозтоваропроизводители, обращая на это внимание, а займут этот рынок другие регионы. И больше мы, как картофельный регион, не войдем на этот рынок. Мы должны заниматься этим вопросом. Потому что есть специалисты, ничего не надо изобретать, и хранилище достаточно построили с учетом автоматики. Погода погодой, но купальный сезон никто не отменял, и лето обязательно вернется. В текущем году планируется открытие 14 пляжей и 14 специально оборудованных мест купания и отдыха жителей республики. Лидирует в этом направлении столичная администрация, уже подготовившая 7 пляжей. В Маргаушском районе планируется открыть 5 мест для купания и отдыха. Специалисты еще раз напоминают, по статистике более 80% несчастных случаев на воде происходит вне мест, специально оборудованных для отдыха. Отдыха населения. 30 мая в Мурпасадском районе пройдет расширенное выездное заседание коллегии ГКЧС и главного управления МЧС по Чувашии, а также правления Совета муниципальных образований. Несмотря на пока холодную погоду, органы местного самоуправления должны отчитаться о готовности к купальному сезону. В Чувашии полным ходом идет подготовка ко Дню Республики. На участие в 24-й межрегиональной выставке «Регионы сотрудничества без границ» уже подано около 100 заявок. Традиционно к ним приедут лучшие творческие коллективы из разных уголков страны, чтобы поучаствовать во Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России». Не только в столице, но и на второй праздничной площадке в Порецком все должно быть организовано на высоком уровне, подчеркнул глава Чувашии. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.